В Таразе состоялся марафон под названием «Ты победитель». В мероприятии, в котором приняли участие около 500 участников разных возрастов, активисты преодолели дистанцию в 5 и 10 километров. Перед началом марафона собравшиеся на площади участники провели разминку. В здоровом теле здоровый дух. Как отмечают организаторы, с каждым годом увеличивается количество людей, проявляющих интерес к такому хорошему мероприятию, пропагандирующему здоровый образ жизни. На организованные среди подростков забеги на 500 и 1000 километров подали заявки более 150 молодых людей. Абдулазиз Абдукаримов был одним из первых, кто пересек финишную черту на дистанции 5 километров. По его словам, он тщательно подготовился к марафону и пришел с уверенным настроем побеждать. Победитель джамбо-марафона на дистанции 5 километров. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов. Огромное им спасибо за такой. Маршрут был хороший. Погода чуть холодная, но в общем все хорошо. Спасибо огромное. Побольше вот таких стартов. Такие марафоны стали доброй спортивной традицией в нашем регионе. Асимжан Жузбаев, Руслан Сандыбаев, Эхнахпарат.